Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Якут в Америке и на моем канале я показываю вам ваши заказы, которые вы через меня заказываете в Америке. Я отправляю в ваши страны, в Россию и в другие страны, другим русскоговорящим девочкам. Ребят, пуховики от Карл Лагерфельд на сайте Macy's. Они там сейчас стоят $203. Их изначальная цена была... Это можно сказать, что пальто на синтепоне. Их изначальная цена была $340. Сейчас они 203, но мы очень много заказали с дополнительной скидкой. Была, по-моему, 30% скидка по купону Friend. Вот, и они их тогда продавали минус сколько там, сколько-то. И получалось $146 за пуховик. Сейчас этой скидки нет, но... Тем не менее, длинные прям пуховики. Так, как меня увидеть? Этой скидки сейчас нет, но она там периодически появляется. Поэтому, если кто-то хочет такие пуховики, но пропадали размеры, вот, то вы можете их там найти и заказать. Мой WhatsApp всегда в описании, если вам моя помощь нужна. Так, ну вы знаете, что мы прибавляем налог 6% в нашем штате и 15%. Мой интерес. Курс 69, по-моему, сейчас. Так, я вам хочу показать цвет. Вот у этого пуховика их всего два цвета. Вот такой вот металлический. Ну, он такой какой-то сложный цвет. Как бы он и не... серый и не золотой, какой-то коричнево-серый. Вот. Можно пояс использовать, можно нет. Это я вот одела на себя размер XL. Он мне великоват. И я хочу вам черный еще примерить размер L-ку. Вот. То есть у меня цель была, вы об этом спрашивали, чтобы я вам показала цвет. Кстати, снизу у него замочек открывается. Вот такая вот у него подкладка. Он на пуговицах по бокам, на кнопочках вот здесь. То есть они тоже, эти кнопочки, активные. С каждой стороны вы можете их расстегивать. Вот они вот такие вот черные фурнитуры, кнопки. Что тут еще из интересного? Ну, вот это вот лейблочка от Карл Лагерфельд на рукаве. Капюшон у него пришит. Вот здесь вот у него такая красивая петелька Карл Лагерфельд. Подкладка с логотипом. Ну и, естественно, пояс вы можете использовать или нет. Замок двойной, он снизу расстегивается. Ну и кнопки по бокам. Если широко шагнете, замок не расстегнули, то две кнопочки расстегнутся. Это поможет широко шагать. Сейчас примерю черненький. Ну и я специально одела вот эту толстенькую кофточку, которая мне великовата. Ну потому что все-таки вы будете носить их на зиму. И вам нужно понимать, что если вы такого размера, как я, будет ли вам удобно пододевать туда какие-то теплые вещи. Если это необходимо к вашей погоде. Так. То здесь у черного красная подкладка тоже с логотипом. Здесь вот эта петелька уже в красном исполнении. Ну, на рукаве такой же логотип. Ну, капюшон, понятное дело, что тоже пришит. И вот этот вот и цвет черный вы сейчас на мне увидите. И размер элька. Ну, то есть вот мне комфортно. Во всяком случае, сейчас вот в плечах я чувствую, что комфортно. Сейчас посмотрим, как смотрится черный. Хочу как-то предохранить от моего. Капюшон вот здесь застегивается. Как там тут? А, вот эта часть, она еще... А, вот здесь вот еще дополнительный, так как он там крепится,
к этому что ли тоже пристегивается. Ну или вот эта часть. Просто он так по-двойному здесь сделан. Вот так вот он застегивается. Либо вы оставляете одну вот эту часть. Хочу разобраться, куда ее клеить. А, вот здесь вот есть нашивочка. То есть еще вот эту дополнительную часть, она пришита. Вы можете себе потеплее застегивать. Жарковато чуть-чуть расстегну себя. Так, комфортно мне в эти. Ремень, соответственно, можете использовать, можете не использовать. Замок. Ну и он здесь на кнопочках, естественно, еще плюс ко всему. Вот эта полочка пристегивается. Замок с... Снизу можно как-то себе делать пошире, если вам так будет нужно. Вот, ну и также кнопочки есть. Вот так они выглядят. У них вот здесь вот есть. Ну, я почитала по составу, это синтепон, это не пух. Стираться, значит, будет хорошо в машинке. Вот, вот такие вот это пуховики. Ваш заказ выполнила. Пуховики примерила. Следите за скидками. Кто еще хотел, но не купил. Добро пожаловать в сайт Macy's. Бренд Карл Лагерфельд. Вот такой короткий ролик. Всем всего доброго. Берегите себя, пожалуйста, и своих близких. Пока-пока.